8 марта. Пусть в жизни будет все прекрасно, и слез не будет никогда. Пусть будет все светло и ясно, хоть жизнь порою и сложна. И в этот день, 8 марта, желаю в счастье утонуть, забыть желаю все ненастья и нежной радостью вздохнуть. Вот, уважаемые зрители, доброго времени суток. Со спины узнаете чувака? Вот как вы думаете, куда вот они пошли? Дорожка у них кривая. В Бристоль. В Бристоль. Уважаемые друзья, подписчики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. И вот сегодня, как я обещал, я сделал кружечки. Вот первые две кружечки мы вручили уже. Наш подписчик из Москвы. Вот такая вот кружечка. Так что звоните, обращайтесь. Их немного, пока сделал 10 штучек. И наш подписчик хочет нам сказать слова. Здравствуйте, канал, здравствуйте, сообщество наше. Хочу обратиться к одному человеку. Я не знаю, сколько тебе лет. Как ты выглядишь? Ну, в чате, на канале, в комментариях наши позиции очень схожи. И, в принципе, я знаю, что ты много делаешь для Александра. И, в принципе, даже когда стали обсуждать какую-то вещь, ну, заслуживает уважение твое отношение, твое участие. Поэтому эту кружечку, это первая кружка, которая выходит с первой партии, номер один. Саня ее подписал, поставил, что это циферка один. Я хочу попросить Александра, чтобы он помог, чтобы эта кружка доехала до адресата. Деду Филуддину в Дагестан. Тем более, он вчера выразил желание, чтобы у него была. А у меня будет вторая. Да. Всему чату хорошо, дедушке Филуддину вообще отдельный респект, как бы. Не бросаем парней. Отдельное слово для хейтеров. Ребятишки, вы вот считаете деньги в Сашином кармане. Понимаете, я думаю, что я не один такой. Нас много. Если он станет богатым, богаче всех нас, купит себе яхту и пойдет в кругосветку, мы будем счастливы. А если ему не придется работать до своих дней, мы будем счастливы два дня. Хотя бы один с этого вокзала, с этой платформы выбрался. Вы посмотрите, как изменила свою жизнь за пару лет. А вы обсуждаете, считаете счастливые 500, 1000, там, 5000 рублей. Да пусть у него будут миллионы, это пожелание от простого человека. И еще, вот к плохим людям опять возвращаемся. Пересеклись с одним человеком, то есть в чате, да, он вел себя недостойно. Недостойные там многие вещи. Когда ему сделали замечание, он стал огрызаться, говорил, что нужно мне приехать, да, и я буду здесь пукать. Челяба, приезжай. Как только появишься. У Сани есть, кстати, друзья, там Дэн, помню, там собирался драться с ним. Они говорят, давай сейчас снимем зал, чтобы, ну как, милиции не было, ничего, да. И будут бои. Челяба, есть желание, пожалуйста, я не боец. Я сварщик. Я всю жизнь с железом. Давай встретимся, посмотрим, как ты будешь разговаривать. Как ты будешь поводки на шею людям набрасывать. Это все, как бы, очень нехорошо было с твоей стороны. Ты извинился перед бычей. Но ты должен извиниться перед каждым из нас, кто это видел. И кому-то очень не понравилось. Ты гость в этом доме, в этом городе. Я как-то себя вел. Если нужно, тебе будет это объяснить популярнее, поймешь. Объясним. А так всему каналу. Респект и уважуха. Все, уважаемые подписчики, кружечки дома. Вот так они выглядят. Это спереди, это сзади. Вот эта кружка. Кружка номер один. Кто желает себе такую кружечку, в личку пишите. Оформим, перешлем по почте. Все как положено. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Ссылочки все в описании. Всего доброго всем. Уважаемые зрители канала, и так, как и обещал, кружечки готовы. Две кружечки уже приобрели своих владельцев. Кто заинтересовался, в личечку пишем. А также скоро будут
маечки. Скоро у нас весна, будет тепло. Будут майки с логотипом футболки канала ТВ Маэстро. Футболки, в смысле. Правильно. Спасибо за подсказочку. Алексей Бычков. Суфлер мой личный. Всем... Корректор. Корректор. Всем всего хорошего.